Смотрите сегодня. Наш любимый Владимир Басов. Это ирония, это гротеск. Как у него получалось украсить любой фильм? Это было настолько смешно и неожиданно, да? Правда ли, что он слыл Дон Жуаном? Как многие не очень красивые мужчины, он брал обаяние. За что его бросила Наталья Фатеева? Трудно, особенно с актрисами, особенно красивыми. И почему знаменитый режиссер стал отцом-одиночкой? Я совершенно не собирался с матерью оставаться. Моя младшая сестра. Приятно, весьма. Катя? Антон. А по отчеству? Для вас просто, Антон. Отчество я приберегаю для подчиненных. В картине «Москва слезам не верит» Владимир Басов исполнил роль замначальника главка. Товарищи, знакомьтесь, новый гость. Круглов, замначальника главка. Сережа. Перов. Круглов. Кандидат технических наук. И именно в этом образе Басов прославился на весь мир. Ведь в 81-м картина получила престижную кинонаграду – «Оскар». Девочки? Ой, да что вы! Моя доля. Не надо. Выкладывайте, выкладывайте, Антон. Наверное, Владимиру Басову было обидно, что не он получил «Оскар». Ведь Басов уже тогда режиссер с именем, в отличие от Владимира Меньшова. Басов – это «Дни Турбиных», «Метель», «Тишина» и, конечно, «Щит и меч». Извините, ваше лицо, хотя вы слишком молоды. Не мог ли я знать вашего отца? Он медик. Фельдшер. Где он сейчас? Умер. Давно? В 23-м году. Он был удивительный совершенно режиссер, который возможно точно знал, что он должен снимать, что он хочет снимать. И как я сейчас запомнила, что он снимал, он такое чувство ритма у него было точное, он снимал на хлопки сцены. Свободный, раскованный, незажатый. Скоро кончится это безобразие. Не кончится, пока не выловлю всех пиявок твоей грязной лужи. Он импровизировал мгновенно. Снимался эпизод, когда Карбас догоняет с Дуримаром Буратино и героев. И в руках у Владимира Павловича была такая тачка. С ней было бегать довольно тяжело. И как-то это колесо пошло у него не туда. И он со всей дури просто вот так вот впилился в огромную сосну. Это было видно, что ему больно. Ну, было видно, что ему больно. Ничего подобного, ничего не сделал, не подал вида. И мгновенно симпровизировал, воткнувшись в эту сосну, привал и упал. Привал? Это было настолько смешно и неожиданно. Вот так и вошло в кино. Актера Басова знают и дети, и взрослые. Застыли, 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 застыли. Повторим поцелуйчик. Если бы он снялся в каком-нибудь зарубежном фильме, в такой большой роли, так он бы прогремел бы на весь мир. Он имел, конечно, свое ярчайшее поле. Это ирония, это гротеск. Я видел многие-многие его небольшие эпизоды, которые совершенно блистательно он играл. Владимир Басов – единственный режиссер, который сыграл больше 80 ролей в кино. Ну, граждане алкоголики, тунеядцы, хулиганы. Кто хочет поработать? Я! Подождите. Басов состоялся. Его любят зрители и уважают коллеги. Он ездит на «Волге» последней модели и живет в самом центре, на улице Горького. Только вот дома его никто не ждет. Никто, кроме сына Саши, которого он отсудил после развода с женой. Я совершенно не собирался с матерью оставаться, если бы так получилось, что суд присудил бы детей матери, я не знаю, я сбежал бы. Меня это совершенно не устраивает. Я думаю, что да, что это было такое для него очень серьезное человеческое и мужское испытание. Я не знаю, кто там был прав, кто виноват. Наверное, легче всего сказать, что виноваты двое всегда. Можно называть потом это
уходом, предательством, там как угодно. Это не наше дело судить абсолютно. Но это для него была какая-то такая, как мне кажется, при всем счете, который был у каждого из них, какая-то роковая потеря. Но он это как бы держал в себе, он особо это не афишировал. Он был в этом плане мужик такой собранный. Он был очень привязан к детям, да, это верно. Всегда готов обед и ужин. Сам готовил, сам. Никаких домработниц не было, очень хорошо готовил. Правда, по версии его последней жены, он готовить не умел вообще. Но это неправда. Дочь Владимира Басова далеко, в Ленинграде. Она учится на балерину. И теперь они с бывшей женой соревнуются, кто видит ее чаще. Валентина Титова до сих пор считает, что Владимир Басов ездил к дочери, чтобы казаться хорошим отцом. Официально он все делал как надо. Он ездил к дочке в Питер, останавливался, как всегда, в европейской гостинице. Все замечательно. Но только он не может постирать форму. Девочка в балетном училище. Значит, ее надо вымыть. Вычесать, привести в порядок ножки, ручки. Это делала я. Ты счастлив? Почти. А ты что здесь делаешь? То, о чем и мечтала всю жизнь. Работаю. Да с женщинами надо как-то понимать, если тебе не повезет, что это будет характер, который отдает себя целиком, то трудно, особенно с актрисами. Особенно красивыми, ну, естественно. Как получилось, что у знаменитого и уважаемого режиссера не сложился уже третий брак? Почему ему пришлось судиться за детей с последней женой? Удастся ли разобраться в этой непростой ситуации, в которой у каждого своя правда? Помогут третья жена Владимира Басова Валентина Титова, младший сын Александр и старший сын от Натальи Фатеевой Владимир Басов. Не угодно ли вам будет, сударь, войти в футляр моего контрабаса? Это скроет меня от вас. Как многие не очень красивые мужчины, он брал обаянием. Да, и его обаяние было, как вам сказать, такое элегантное. Теперь, сударыня, вы меня не видите? Нет, нет. Ну вот и хорошо. Я отнесу вас в имении ваших родителей, а за контрабасом приду сюда потом. Он был очень умный, тонкий и ловкий человек с дамами. Он обращался с ними очень так, что, естественно, к нему тянулись они. Я даже узнал недавно, что, оказывается, Величко была в него влюблена, и как бы что-то у них там, какие-то отношения были. Но это было как бы на моей картине, на картине, но я этого тогда даже и не замечала. Да? Тебя к телефону! Возьми трубку, а то брошу! Это она, твоя Фифочка. Женщины умирали, вы понимаете, при всей вот его такой, казалось бы, внешности не героя, все женщины были в него влюблены, независимо от возраста. Боже, какая женщина! Увидеть один раз и умереть. О Владимире Басове ходит много легенд. Кто-то называет его отпетым ловеласом, а кто-то говорит, что он неизлечимый алкоголик. Помните, такие сумочки были? Он пока закрывает машину, кладет на машину и уходит. Потом приходит домой и говорит, твои любовники, значит, украли у него рубашку, туфли, ну, вот эту сумку все время с деньгами, все у него пропадало. Последние 3 года все пропадало. Мы дошли до нуля. Но что я могу сделать? Ничего. Ну, вот я не знаю. Вот его, как сказать, так называемые запои, они... Вот, по крайней мере, когда я с ним работал, они были не во вред работе. Как-то он умудрялся в какие-то там, не знаю, выходные дни как-то, и потом быстро выходить, и вот как-то так. И не было, чтобы он там сорвал съемку где-нибудь, как артист или как режиссер. Все мы не подарки, да, очевидно, как-то не выдерживали, или какие-то были проблемы. Он
любил выпить, и это не секрет. Следующий тост предлагаю. Не-не-не, уже нельзя. Вам. Вам. Это не советую, Антон Федорович. А вот это можно, лимонад. Сыновья Владимира Басова говорят, Валентина Титова преувеличивает. Перманентно пьющие люди не снимают по 20 картин. Их выгоняют просто с киностудии в Москве. Вы как себе это представляете? Запускаться чуть ли не каждый год с картин. И только сегодня они готовы рассказать всю правду. Смотрите далее. Что могло поставить крест на карьере Владимира Басова? На него написали бумагу, его друг Цюхрай поставил вопрос, чтобы его выгнали с партии. Почему его запрещали снимать? Зачем вы Басова берете? Возьмите кого-нибудь другого с таким хорошим русским лицом. По какой причине Наталья Фатеева запретила ему общаться с сыном? С Володей он не общался, понятно почему. За что знаменитый режиссер прослыл ловеласом? Хитрый, ловкий, все сделал так, что любимый человек остался в стороне, немой, глупый. И как Владимир Басов стал отцом-одиночкой? И почему отец должен согласиться с тем, что дети будут жить с матерью, а значит, де-факто с этим человеком? Вас никто не видел, когда вы поднимались? Вроде никто. Вроде. Точно никто. А если спросят, зачем приходили? Кто спросит? Известно, кто. А, ну, я тогда скажу, что... Скажите, что ошиблись адресом, что дома похожи, они в самом деле похожи. Владимира Басова часто представляют обаятельным ловеласом. Но для такого амплуа Басов слишком глубок. Просто он это не афиширует. Мне папа рассказал, что когда умер Сталин, я стал танцевать. И не мог остановиться. А там шли толпы. Толпы его хоронить. Это кто? Герой войны? Орденоносец. Человек, который пошел добровольцем на войну. Человек, который... совершил просто подвиг под Лиепае, когда он один там подбил 21 танк какой-то и так далее и тому подобное. Возможно, это никому больше не рассказывал, я не знаю. Я говорю, а как так? Он говорит, ну все, понимаешь, было ощущение, что новая жизнь начнется. Мы снимали «Тегеран 43». В Париже мы должны были снять какие-то куски. И я иду вот по этому коридору, подхожу сюда к кабинету, он... И вижу, Володя стоит и падает на колени. Он говорит, отец, возьми меня в Париж. Я говорю, да ты что, с ума сошел? У меня нет роли, уже все распределены, уже все поехали и так далее. Он говорит, для меня всегда найдется место. Я у тебя играю водителя, который везет их. Он снялся там, ну, конечно, его еле видно. Но он говорит, это меня не интересует. Меня интересует, я хочу посмотреть. Поехали на Монмарт. Ой. О, простите, пардон. Антон, отнесите, пожалуйста, все в комнату. Басову так удавались роли крупных чиновников и партийных функционеров во многом потому, что сам артист их не очень любил. С партии выгоняли. Он там китайского посла ударил. На приеме выпил. А тогда с Китаем были обострения, на него написали бумагу, его друг Цюхрай поставил вопрос, чтобы его выгнали из партии. Ну, как-то взяли на поруки. Теперь по Борщеву. Что по Борщеву? Объявите благодарность. Афоне за что? За рыцарское отношение к дамам. Владимир Иванович, давай побыстрее, не задерживай собрание. Борщеву? Благодарность объявить, что ли? Знаете, сколько он пережил нападок или нет? Знаете, как его костили и ругали? Придирки к нему были очень большие. Я уже не помню, в какой картине. Где-то не у нас, а у кого-то он снимался. Нам, поскольку мы были худруками. Что зачем вы Басова берете? Возьмите кого-нибудь другого с таким хорошим русским лицом.
все дам, бега открыты, невиданные нигде в мире русская придворная игра «Тараканьи бега». Владимир Басов – один из первых режиссеров, которые позволили себе критиковать строй после смерти Иосифа Сталина. И вот он говорит, я не мог остановиться, потому что я чувствовал все. Все. По-другому будет. И тут же придумал тишину, которую многие, и я в том числе, считаю это вообще лучшей картиной. Уже она очень честная. И она успела выйти еще при Хрущеве. И как только фильм прошел, и Хрущева сняли, появился Леонид Ильич. Леонид Ильич закрыл все это дело, и картину прикрыли, и картину положили на полку. Зачем он так рисковал, если в Советском Союзе у него было все? Сын Александр до сих пор помнит, как однажды жаловались водители на заправке. На переднем сиденье шикарная блондинка сидит, значит, Волга с этим соленьем. На заднем сиденье ребенок такой ухоженный. В общем, такой полный советский. Без очереди заправился. И один другому говорит, просто надо быть хорошим евреем. Валентина Титова считает, Басов притворялся. Для одних он был почти диссидентом, зато для других – идейным коммунистом. Слушайте, про Басова не надо ничего сочинять, он сам сочинит. Вот есть люди, которые им скучно. Вот для Басова жизнь – это такая скука, такая тягомотина. И только там, где он главный, он цветет и пахнет. Поцелуй, фиксируем. Давай. Не так. Что это, Сёмга? Извините. О, простите. Да, ничего, ничего. Прекрасный ракурс. Поцелуй. Что такого Владимир Басов сделал Валентине Титовой, что она до сих пор говорит о бывшем муже с нотками обиды? Вероятно, она не может ему простить, что режиссер вмешался и в ее жизнь. Вот возлюбленный артистки актер Вячеслав Шалевич. Это благодаря ему Басов и Титова встретились в коридорах Мосфильма. Конечно, это он и устроил кинопробу. 10 рублей. Кинопроба для меня на главную роль стоила 10 рублей. Это бешеные деньги. К 20 рублям стипендии. Басов влюбился сразу. Он еще не знал, что у ленинградской актрисы уже есть возлюбленный в Москве. Скоро ему обо всем расскажут, а потом режиссеру предоставится возможность поговорить с Вячеславом Шалевичем. Шалевич снимался в фильме, что-то там застопорилось, и Басова попросили доделать эту картину, потому что надо было выручать. И Басов пришел туда как художественный руководитель, были до съемки. Вот с этого все и началось. Владимиру Павловичу было наплевать, кого я люблю. Хитрый, ловкий, все сделал так, что любимый человек остался в стороне, немой, глупый. Басов утвердил Валентину Титову на главную роль в своей картине «Метель» и вскоре признался ей в любви. Точнее, признавался помощник, а Басов сидел молча. Милая. Да. Я буду любить тебя вечно. Он вас любит, я говорю, но я его не люблю, я люблю другого человека. Басов понимал, Вячеслав Шалевич женат. Долго их роман с Титовой не продлится. Он оказался прав. Валентина не выдержала очень быстро. Я тоже могу на тебе жениться, сказал Слава. Лучше бы он это не говорил. Сама фраза выстроена унизительно. Наверное, роман с Басовым – это месть Валентины человеку, который ее не оценил. А Басов точно оценит. Мательничка из комиссионного предлагает шубку «Редкий случай». Сколько? 500 рублей, совсем даром. Размер твой? Мой. Но я не хочу тебя разорять. Бери, пес с ними, с деньгами. Бери. Во-первых, Владимир Павлович был и старше Вали гораздо. У него такой до Вали был свой длинный шлейф. Жизненный, мужской, всякий. У него за плечами два брака, и оба с актрисами. Кстати, второй Титова не разбивала. Наталья Фатеева сама предложила Басову разойтись. И лишь один раз она объяснила их сыну, почему. Если бы не пил, я бы не ушла.
Наташа в этом отношении достаточно сдержанный человек. Ей, наверное, вот это все не нравилось, так же, как и Валентине Титовой потом это все не нравилось. Если ты любишь, то ты помогай. Можно было ему помочь. Они даже не пытались. Никто не пытался ему помочь. Они только осуждали, грозили, уходили. Ну, какие молодцы. Чистота, порядок. А вот моего мужа ни за что стирать не заставишь. Доцент бы заставил. О том, что инициатор развода отнюдь не Басов, не догадывалась даже мама Владимира Павловича. Валентину она не взлюбила сразу. Когда мы соединились, я сказала, как это твоя мама живет? С чужими людьми, в одной квартире. У нас лишняя комната. Немедленно надо перевести маму. Ты у нее один, и она у тебя одна. Он ее перевез. Мама ничего не говорила. Для нее была воля и плохая я. А плохая я, потому что там ребенок у Натальи Николаевны Фатеевой, там семья, ее туда тоже не впускали. Но испытание свекровью далеко не первое, которое Титовой устроил Басов. Когда возлюбленная сообщила ему, что ждет ребенка, режиссер затаился. Человеку, который предложил мне руку и сердце, я была не нужна. Беременная тем более. Сына Александра Валентина записала на себя. Титов. Вот это его оскорбило. Я не знала, что так можно оскорбить. Владимир Басов перевез Валентину с малышом к себе. Теперь гордая Титова отказывалась идти за него замуж, как раньше за Шалевича. Пришлось применить хитрость. Ну вот, мы поехали в ЗАГС, чтобы взять свидетельство о рождении сына. А все остальное уже устроил режиссер Басов. Было видно, что он очень любит Валю Титову. Ну, это было видно просто абсолютно. Валя была такой абсолютной, ну, царица бала. Я не знаю, там какие внутри были сложности, я этого ничего не знаю. И знать не надо, потому что это совершенно закрытая тема, это тема двух людей. Ведь какая женщина по-английски говорит, на фортепианах играет, а может и самоварчик поставить. Я бы сам на тебе, Лена, с удовольствием женился. Я бы за тебя, Витенька, не пошла. Валентина Титова и Владимир Басов прожили вместе 14 лет. И снова развод. И снова по той же причине. Это алкоголизм. Это когда не пьют, а просто заливают в себя. Вот чуть-чуть очнулся, и опять надо быстро залить. Потому что там все горит, там плавится. Он никогда во время работы не пил, ничего такого не было. Это было всегда только, может быть, после работы, в каких-то компаниях. Понимаете, если бы это на тишине он бы выпивал, он бы ее не снял за 6 месяцев двухсерийный фильм. Сыновья Владимира Басова узнали о том, что он оказывается алкоголик, из интервью его третьей жены. Старший Владимир мог судить. Он познакомился с папой довольно взрослым. Потому что поначалу Наталья Фатеева не разрешала бывшему мужу видеть ребенка. К сожалению, чаще мужья пытаются, а дамы воспрещают. В данном случае ситуация была такая, Наталья Николаевна не способствовала его общению, а с сыном моя мама, Валентина Антиповна, категорически возражала против его общения с сыном. Ну, с Володей он не общался, понятно почему. Потому что, ну, Валя ревновала все-таки вот к Володе. Ну, тем более, там, к Фатеевой. Была какая-то ревность. Так это было заметно. И он не хотел никаких трений уже в своей семье, вот сегодняшней, с Титовой, с детьми. А я возьму и уеду. Пропади пропадом, вся страна. Пусть они живут, как хотят. Уеду навсегда. Я так им сказал. Все слышали это. Ну, а если я еще с тобой уеду, то они вовсе пропадут. Но однажды режиссер повстречал на Мосфильме в одной из приемных жену своего сына. Ох, какая девушка, кто такая? А это жена вашего сына. Он покраснел сильно и сразу ретировался. Над конфузом посмеялись, но не забыли. Вскоре Владимир Басов-младший вместе с женой шел мимо дома отца. И вдруг мне вот Ольга говорит, Ольга, это моя жена, не хочешь зайти? Я говорю, ты что? Она говорит, а что, трудно, что ли?
подошли к квартире, нажали кнопку. Открылась дверь, действительно, так сказать, говорит, о, Володя, Оля, заходите ужинать будем. И так в тапках каких-то таких тренировочных брючках, как-то так, пац. И вот мы вошли, разделись, и все. Когда ему удалось восстановить отношения с Володей, он, как бы, и даже, я бы сказал, замаливал грехи, так сказать. Я чувствовал, что где-то он, так сказать. То есть, грубо говоря, Володе уже порой было поздно, поэтому ему от отца остались только пряники. У него с Володей уже отношения более-менее наладились после того, как они разошлись с Валей, и он так уже начал общаться, что-то там советовать ему в его работе, он как режиссер. Оказалось, что Владимир Басов тосковал по сыну. И если его первый брак нельзя назвать серьезным, то к Наталье Фатеевой у него было чувство. Он очень серьезно к этому относился, и у него были жены, и это было серьезно. Это не было так вот, потом менялось, он устойчив был. Пушкина? Первая жена Владимира Басова тоже актриса. Ее карьера не удалась. Самая запоминающаяся роль Розы Макогоновой – учительница музыки в «Приключениях электроника». У Басова в этом фильме роль главного злодея. Но тогда Владимир Павлович не показал, что они знакомы. У них нет совместных сцен. К тому же Басов очень занят и прилетает на день-два. Не понял. Повторите. Узнай, где у него кнопка! Да он гений. Гений, великолепный актер, классный мужик. С юмором, с великолепным чувством юмора. В 79-м их развод – дело давно минувших дней. Но, похоже, Роза не простила. С Розой Ивановной я виделся в жизни, ну, не то, что один раз. А мы с ней были в 90-е, если мне не изменяет память, в 4-м году на фестивале в Выборге. Мне хотелось с ней поговорить об отце. Конечно. Она делалась парой дежурных фраз, я помню, в поезде и ушла в свое купе. Начали! Коллеги Владимира Басова вспоминают, Розе Макогоновой было непросто пережить его уход. Розочка очень переживала, но, тем не менее, как говорят, она его отпустила. Но есть какой-то миф о том, что от того, что он узнал, что она не может иметь детей, он ее бросил. Ну, не подтверждается это. Это просто кто-то сказал. Может, Басов и думал тогда о детях. Но на первом месте у него точно была работа. Владимир Павлович снимает по фильму в год. Он очень быстро работал. Да, вот такая горячая натура, наверное, да, ему свойственна. Он быстро ходил, почти бегал из дома на Мосфильм, с Мосфильма домой. Я уж быстро хожу, но я за ним как-то так прямо бегом. Он очень, так сказать, быстро. По коридорам Мосфильм он шел прямо, знаете, как стремительно. Ну да, такой был, такой характер, такой стиль жизни. Басов человек деловой. Он не упивается собственным творчеством. Однажды в туалете Мосфильма он встретил Георгия Данелию. Тот предложил режиссеру сняться у него в картине «Я шагаю по Москве». Владимир Павлович тут же придумал себе роль. Он будет полотером, который выдает себя за писателя. Вот послушай, была у меня любовь. Любимая была у меня, женщина. Я ногу вывихнул. Месяц не работала, она замуж вышла за другого. О, сюжет! А? Сюжет, да? В этом эпизоде Басов посмеялся над коллегами, которые с пафосом относились к тому, что делают. Как говорит Валентина Антипатонова, я цитирую, потому что она чем-нибудь ляпнет, просто это. Я даже не боюсь, что она на меня может обидеться. Что надо было всеми гладить рубашку. У нее должна была быть вся белая рубашка. Какая белая рубашка? Что за чушь? Как, почему у нее должна была быть белая рубашка? Ну что, он режиссер? Кто это сказал? Да, ну, в общем, вот это вот жилая кухня, или как мы называем, воинкюхе, я, Лиза Циммер, играл бы das ist richtig für sie Zivile Kleider, я und diese Soldaten Kleider, я. Не только здесь будет действие, вы будете смотреть туда тоже, потому что оттуда войдет фрау Дина. Басов и правда скорее продюсер. Ему нравится открывать новые имена.
Так, благодаря сериалу «Щит и меч» на кинонебосклоне взошли три новые звезды – Алла Демидова, Станислав Любшин и Олег Янковский. Олег Янковский получил роль Генриха, это была его первая работа в кино. А я там играла Ангелику. Я помню, однажды был перерыв в съемках, он в нацистской форме, я же в нацистской форме. И мы по привычке как-то всегда ходили вместе вот в кафе. И мы вошли, не переодевшись. И вы знаете, зал замер. Вот это вот замерший зал, испуганный. Мы там заказали кофе, сели. Ну, люди поняли, наверное, что это актеры. Но все-таки мы потом надевали плащи. Кроме того, Басову часто приходилось доделывать фильмы за других режиссеров. Я с Мотылем разговаривал, когда они приняли картину «Белый солнце пустыни». Вообще не приняли. Ну что ж мне, всю жизнь по этой пустыне мотаться? Сказали, что это вообще никакой категории. Послали его и Швеца. И Матвеевна говорила, спасибо, что они согласились. Потому что если бы они не согласились, все. Вот и на картину «Случай на шахте 8» Владимира Басова вызвали, чтобы он помог ее завершить. Любишь? Любишь. И не разлюбишь? Не разлюбишь. Даже если все-все совсем будет плохо? Все будет очень-очень хорошо. Владимир Басов влюбился в исполнительницу главной роли – Наталью Фатееву. Она жила с нами в общежитии в ГИКа. И вот тогда и начался у нее роман с Владимиром Павловичем. Она была такая пухленькая, харьковчанка. Фатееву я познакомился в Одессе. Она там снималась в картине «Капитан старой черепахи». И была такая пышечка, плотненькая такая. И потом, когда однажды я ее встречаю в коридоре в ГИКа, и она, говорит, бросилась ко мне. Вы меня, говорит, не узнаете, это я, говорит, измученная черепаха. Она похудела и приобрела вот тот облик, в котором мы ее знаем. Любешкин, не падай в обморок, нас выселяют. Кто нас выселяет? Вот. Ага, вы нас выселяете. Мы вас не выселяем. Чего же, Ребекка? Мы просто просим вас отсюда уехать. Здравствуйте. Здравствуйте. Теперь Наталью Фатееву не узнать. И может, это как раз заслуга ее мужа, Владимира Басова. Но после этих съемок она от Басова уйдет. Смотрите далее. Почему брак Владимира Басова и Валентины Титовой окончился скандалом? Мне не дали его заявление, по поводу чего суд. Почему знаменитый режиссер стал отцом-одиночкой? Лиза мало соображала, она была маленькая, а Саша был на стороне отца. И какой удар судьбы он так и не смог пережить? Он плакал, сидел вот так вот у меня в жилетке, как говорится. Не думала я, что вы такой. Какой? Ну, такой, какой вы есть. А какой я есть? Симпатичный. Что вы сказали? Я говорю, что в отличие от вашей профессии... Да нет, вы перед этим что-то сказали. Я не помню. На этих съемках у Натальи Фатеевой случился служебный роман с Андреем Мироновым. Молодой артист влюбился не на шутку. Он даже написал о Фатеевой маме. У нее была тяжелая жизнь с Басовым. Она хотела с ним разойтись, но сама бы она этого сделать не смогла. Но вот появился я, и она постепенно отошла от Басова. И я думаю, что хуже ей от этого не стало и не станет, потому что с ним у нее жизни бы и вовсе не было. Но после того, как софиты погасли, Андрей оказался ей не нужен. Наталья Фатеева влюбилась в космонавта Бориса Егорова. Басов тоже решил выбить клин клином. Во время подготовки к фильму «Метель» он встречает Валентину Титову. Может, скорое предложение руки и сердца – это месть, оставившая его Натальи Фатеевой? А может, это обычное мужское желание победить во что бы то ни стало? Он победил.
Вот, казалось бы, если так сказать, посмотреть, ну, скажешь, он некрасивый, да? А вот как-то вот в нем все это было. В нем был какой-то шик, был какая-то элегантность была. Вот все это в нем было. Причем он сразу вот привлекал к себе. Вот обаяние было мужское. Вот я убежденный холостяк, но если мне приспичило жениться, я бы хотел такую жену, как ты. Коля, что ж такое? Ты ж мне недавно такие же слова говорил. А я это всем женщинам говорю. Вам же это нравится. Конечно, нравится. Вот за это я вас и не люблю. В этом браке Басов не выглядел счастливым. Выдавала печаль в глазах. Через 14 лет брака Титова оставила Басова. Может быть, вот это вот не любовь к Басову и любовь, и раздвоение, которое у нее было. Потому что, конечно, у нее там были любовники. Поздравляю тебя. Раз и навсегда забудь обо всем. И вообще, ваше здоровье. На съемках «Дней Турбиных» Басов и Титова уже не вместе. На картине «Дни Турбиных» практически этого не было заметно. Потому что она была актрисой, он режиссером-постановщиком. Просто я знал, что там у них происходит в семье. Хотя я знаю, что у мамы другая версия. Ну, это она, пускай, так сказать, другое видение событий, она имеет на нем. Распадается семья, она распадается там при всех прочих причинах попутных. Еще и потому, что женщина любит другого человека. И мы знаем все мир узок этого человека. Да? И почему отец должен согласиться с тем, что дети будут жить с матерью, а значит, де-факто с этим человеком. Нино, он мне изменяет? Боюсь, что да. Это невероятно! Мне изменяет! Во всяком случае, набывает у своего бывшего любовника-художника. Я убью его, к барьеру! Ваше превосходительство, успокойтесь! Вы же министр изящных искусств! Владимир Басов подает в суд. Он настаивает, дети должны остаться с ним, а Титова будет платить ему алименты. Я есть хочу. А как меня причесали, а? Я есть хочу. А что ж ты ничего не купил? Я думал, ты все сделаешь сама. Что ты, милый? Я же ничего не умею делать. Мне не дали его заявление, по поводу чего суд. Адвокат мне говорит, ну как же я пойду вас защищать, я не знаю, по какому поводу. О предмете спора Валентина узнает уже на заседании. И вот тут все мое «я» поднялось. Он прочел, как он воспитывает с детства детей, кормит их грудью, сидит у их постели. Ну, все как положено. Потом судья, значит, сказала, какая, что вы за женщина, ну, что-то такое там. На что я сказала, вы три бабы на завалинке. Кого вы слушаете? Спросите, откуда он только что вернулся. Совпадение или нет, но суд встал на сторону известного и уважаемого режиссера. Так же, как и его младший сын. Лиза мало соображала, она была маленькая, а Саша был на стороне отца. Я его видел плачущим. Он плакал, сидел вот так вот. У меня в жилетке, как говорится. Я говорю, ты что? Что с тобой? Не хочу говорить. Ладно, я пойду. И ушел. Развод никому не добавил здоровья. Басов еще на фронте получил контузию. С тех пор сосуды – его слабое место. Владимир Павлович продолжает снимать картины, но, кажется, это уже не доставляет ему удовольствия. Товарищ, вы туфель-то... Верните. Вот так. Берите все. У вас, видимо, много подобных дел. Вы теперь полностью экипированы. А я могу и так. Мне ничего не надо. Честь имею. Когда он снял «Время и семья Конвей», я так немножко был удивлен, щемящей скукотой этой картины. Потом он заболел, потом был инсульт. Когда он заболел, я его видел и навестил в Матвеевской. Он был в очень плохой форме. Я к нему зашел,
И даже, вы знаете, я почувствовал какую-то неловкость, что вот я его наблюдаю таким, и он видит это и понимает. Это уже это катастрофа была. Беда, которую, так сказать, я не просил, уходя, убегая в институт, я еще посмотрел, странно думаю, туфли стоят. Наверное, он другие надел. Он уже должен был быть на Мосфильме. Но что-то я тоже торопился, ну, мало ли, надел другие, хотя странно, стоят туфли. И был, я помню, какой-то порыв зайти к нему посмотреть. Если бы я зашел тогда, то на несколько часов раньше бы приехала скорая, и, может быть, последствия были бы не такими страшными. Он выстоит, ведь на нем дети. Даже начнет снимать следующий фильм и пригласит на главную роль сына Владимира. Вы стояли на палубе, я встал рядом. Мы молчали, пока не стемнело. Когда я уходил, вы сказали спасибо, и я понял, что мы будем друзьями. Еще раз спасибо. За что? За то, что вы это помните. Я не люблю эту картину, но, на мой взгляд, она просто неудачна. Я даже с ним там поссорился. Я ушел со съемочной площадки, сказал, я не буду так играть. Ко мне потом Леня бежал, Смехов там, и говорил, ты что делаешь? Ты как ты можешь? Он же болен. И вот я помню, он встал, сделал несколько шагов вот со сценарием, понял, что у него сил нету, и сел в кресло, закрыл глаза. И было такое ощущение, что это что-то, что, я не знаю, он на Эверест поднялся. Ну, через 20 лет вообще все по-другому будет. Не так-то уж это и много 20 лет. Ну, через 20 лет я уж старушкой буду. Это вы теперь так думаете? Поверьте мне, в 40 лет вам будет казаться, что вот теперь только и начинается ваша жизнь. Басова пытались поддержать и поклонницы. Но довериться женщине Владимир Павлович больше не сможет. Я, по крайней мере, знаю одну даму, которая очень сильно хотела с ним, ну, скажем так, познакомиться поближе. Это была очень известная артистка Никина. И, в общем, отца я так поставил вопрос, а что вообще сия мадам, так сказать, не собирается ли она, Владимир Павлович, назначить вас родителям пещеры. На что Владимир Павлович сказал, нет, не взойдет. Надоели мне пещеры. Как-нибудь так. Парадокс. Под конец жизни Владимир Басов восстановил отношения с Натальей Фатеевой. Именно она ездила в больницу, Владимир Павлович. И хоронила она. Последний же она не присутствовала на похоронах. И еще один парадокс. Владимир Басов – успешный режиссер, состоятельный человек, востребованный актер, которого другие режиссеры заваливали предложениями, умер в одиночестве. Получается, что Лиза в Лагановском училище, Саша в театре Советской Армии, он один. Ничего вообще не предвещало. Не было такого, ой, ему плохо, плохо. Мы поговорили очень мило, как-то очень, так почти по-родственному. Пожелали друг другу всего хорошего. Он сказал, позови меня в театр, я приду что-нибудь посмотреть с удовольствием. Я много играл тогда. Я говорю, обязательно. Но я не успел. Я через 10 дней просто узнал, что он умер. Именно таким он и запомнился зрителям. Легким, неунывающим и умеющим побеждать. Жаль только, что лишь под конец жизни Басов понял, победа – это не самое главное. Гораздо важнее порой бывает найти компромисс.